170-летию со дня рождения писателя Гарина Михайловского посвящается. В библиотеке имени Крупской пройдут мероприятия, приуроченные к этому событию. Открытие документальной выставки «Во все стороны талантливый человек» и театрализованная композиция «Семейные истории» в постановке Муниципального театра «Самарская площадь». Подробнее об этих и других проектах смотрите в программе «Город С». 5 сентября в 18:15 гость в студии Оксана Носыч, методист СМИПС города Самары.